Свинка Пеппа. Я свинка Пеппа. А это мой младший братик Джордж. Это мама свинка. Хрю-хрю. А это папа свин. Хрю. Свинка Пеппа. Мама свинка готовит завтрак. Дорогой, что бы ты хотел сегодня на завтрак? Дорогая, я бы хотел омлет. Посмотри, у нас есть яйца, чтобы его приготовить. Сейчас взгляну. По-моему, оставалось вчера. Мама-свинка возвращается. Дорогой, яиц не осталось. Но в лоточке с яйцами одно яйцо очень странное лежит. Очень странное? Интересно, это как? Ну, оно такое немного необычное. Оно большое и с картинками. Как это еще с картинками? С картинками? Яйцо? Яйцо не бывает с картинками. Мама, что это такое? Я не знаю, нужно сходить посмотреть. Я пойду посмотрю с картинками яичко. Я хочу. Нет, Джордж, оставайся здесь, я сейчас бегу. Хорошо, Пеппа, сходи, посмотри. Ой, сейчас. Вскоре Пеппа возвращается с яйцом. Вот, смотри, мама. Какое яйцо? Оно, правда, очень большое. И с картинками. Да, первый раз вижу такое яичко. Это детское яйцо с сюрпризом. Давайте его откроем. Давай, давайте его откроем. Я тоже люблю яйца с сюрпризами открывать. Ну, давайте посмотрим, что там внутри. Вот такое яйцо у нас. Давайте его откроем. А внутри оказались конфеты для всех. Для Пеппы, для Джорджа и еще что-то. А что это у нас? Какая? Это у нас резиночка для волос. Для девочек. Значит, это для Пеппы подарок. Ура, ура, я люблю резиночки для волос. А я люблю конфетки. Джорджу конфетки достается. Пеппе. Но Пеппе также и резиночка для волос. Мама, почему там мне лежит мальчишеский подарок? Ну, Джордж, в следующий раз, возможно, будет яичко с подарком для мальчика. Давай подождем немножко и проверим. Хорошо, хорошо, давай. Давай. Вот так. Пеппа осталась с подарком. Ну и Джордж тоже остался со сладостями, которые лежали в таком замечательном яйце. Вот так. На следующий день мама снова готовит завтрак. Джордж хочет ей помочь. Мама, мама, сегодня я буду тебе помогать. Завтрак готовить. Ты хочешь? Да, конечно, сынок. Давай опять яичницу будем делать. Давай проверим яички. Может быть, там опять появилось яйцо для меня. Ну хорошо, Джордж, давай проверим. Иди, проверь. Хорошо, ура, ура. Вскоре Джордж вернулся с большим подарочным яйцом. Мама, мама, смотри, опять яйцо в подарке. Вот как хорошо, тебе повезло, Джордж. Может быть, сегодня там будет подарок для мальчика. Да, я так хочу. Давай скорее же открывай его. Да, Джордж, открывай. Повезло тебе. Может быть, и правда там лежит подарочек. А может, он опять для меня? Нет, Пеппа, я хочу, чтобы это было для меня. Ну, открывайте же быстрее. Давайте все проверим. Хорошо, хорошо, я открою. Я буду сам открывать. Джордж снимает упаковку с яйца, открывает его и видит, что в нем игрушка, танк. Джордж очень любит танки. Да, я люблю машинки, всякие танки. Он очень рад подарку. Также снова в яйце лежали конфетки для Джорджа и для Пеппы. Все очень обрадовались. Ура, ура! Какое замечательное яйцо. Оно каждое утро появляется новенькое. Да, каждое утро. Кто его, интересно, туда кладет? Да, интересно, интересно. Дети очень обрадовались подарком. Все остались довольны и со сладостями.
Bye.